Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о НАК. НАК – это такая штука, которая поможет нам восстановиться, да, если у нас, ну, мягко говоря, отсутствует здоровый образ жизни. НАК в простонародье называются ЦЦ, это стабильная форма заменимой аминокислоты L-цистеина, серосодержащая аминокислота, выполняющая роль такого стабилизатора при образовании белковых структур, а также необходима она для образования глутатионина. Дефицит глутатионина может ассоциироваться у нас с повышенным уровнем антител к щитовидной железе, и анализ на это, в общем-то, существует, поэтому можно сдать анализы и понять, есть у вас, соответственно, дефицит или нет. НАК, которая перерабатывается в глутатионин, не только помогает снизить уровень антител в щитовидной железе, но и нейтрализует перекись водорода, как бы залечивает проницаемость кишечника, да, помогает в детоксикации. НАК сам по себе является мощным антиоксидантом, поэтому я и говорил, если нездоровый образ жизни, если системно вы себя отравляете курением, алкоголем, да, все это в эту сторону надо развивать. Как донор серы, НАК помогает убирать свободные радикалы и способствует восполнению уровня глутатионина, да. Глутатионин ускоряет иммунную систему при вирусных нагрузках различных, да, помогает устранять хроническое воспаление даже при ненайденной причине, то есть если идет какое-то системное воспаление у нас, там микробиом, допустим, не в порядке у нас, к примеру, что-то не так случилось с нашей иммунной системой, мы еще не дообследовались, это могут быть хронические воспалительные процессы, связанные с остеохондрозом, или чаще, кстати говоря, одна из причин остеохондроза – это всякие риниты, синуситы, заболевания, соответственно, связанные с глоткой, гортанью. В общем, все это сверху вниз вот так вот спускается. И, соответственно, здесь, когда идут системные вот такие воспаления, НАК нам в помощь. НАК уменьшает выделение слизи, разжижает ее, способствует быстрому выведению ее из организма, поэтому, как я сказал, при различных воспалениях глотки, гортани, там неважно, то есть все это будет способствовать вашему скорейшему выздоровлению, лечению, тут даже заболевания легких, бронхиты какие-нибудь, да, устраняет повреждения при синдроме повышенной кишечной проницаемости путем создания сигнала, который способствует соединению в стенках кишечника. Да? НАК устраняет повреждения при синдроме повышенной кишечной проницаемости путем создания сигнала, который как бы уплотняет соединение в стенке кишечника. Да? Может способствовать нейтрализации инсулинорезистентности и хронического воспаления, да, работает сильным антиоксидантом, ну и, соответственно, будет реагировать на понижение сахара в крови, да, регулировать его и подавлять жир в печени, да, нейтрализовать его, будет способствовать еще вот этому приятному эффекту. Также НАК – это детоксикация печени, да, и тут всякое разное отравление, да, вот то, что вы боитесь, вы попили там антибиотиков, негативно сказались на печени, алкоголь попили, в общем, все вот эти вот негативные влияния на печень НАК способствует нивелировать. Конечно, способен нивелировать, но, конечно, не относитесь к нему как, ну, к гепатопротектору полноценному, но как профилактика вообще замечательна. И как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, да, снижение липопротеидов низкой плотности, снижение артериального давления, да, за счет расширения сосудов и улучшения кровотока, всему этому будет способствовать НАК. В общем, замечательная добавка, и очень рекомендую вам иметь ее, так скажем, в своей домашней аптечке. Ну, также помните, что существует много различных моментов, да, плюс-минус, когда может быть, ну,
нежелательном употреблении вообще каких-либо добавок. Но это все, как правило, тяжелые заболевания в случае НАК, да, то есть, конечно же, там онкологическое, если присутствует настороженность, если выпадают вообще какие-либо, ну, так скажем, почки, да, функции какие-то серьезные, то, естественно, нужно все дозировать, нужно ко всему относиться с большей осторожностью. Но если вы условно здоровый человек, то НАК поможет вам сохранить это здоровье. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вас жду на своих консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!